Вы на канале Новости БП. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью горняков в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, говорится в телеграмме. Напомним, что утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. В момент ЧП под землей находились 285 горняков. По последним официальным данным, на поверхность вывели 239 человек. В шахте оставалось 46 рабочих, из них 11 найдены мертвыми. Судьба еще 35 шахтеров остается неизвестной.